В результате проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий 29 мая текущего года при получении взятки в размере 200 тысяч долларов США с поличным задержан инспектор по кадрам Гродненской области Равнейко Сергей Васильевич, находившийся в статусе помощника президента Республики Беларусь. Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур за решение вопросов, входивших в его компетенцию. В отношении Равнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей лишение свободы сроком до 15 лет. Он водворен в СИЗО КГБ. В ходе проведения первичных следственных действий Равнейко признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированным ранее. Мы знаем, что Равнейко находился в кадровом реестре главы государства. Проводились ли оперативно-розыскные мероприятия с санкцией президента? Указанное должностное лицо попало в поле зрения правоохранительных органов не вчера и даже не позавчера. Материалы о коррупционной деятельности Равнейко были доложены президенту давно. Оперативно-розыскные мероприятия проводились по поручению главы государства и находились на его личном контроле. Вопросам борьбы с коррупцией в нашей стране уделяется беспрецедентное значение. Ежедневное взаимодействие правоохранительных органов позволяет эффективно противодействовать этому злу. Мы проводим эту работу открыто и прозрачно. Неприкасаемых у нас нет.